Президент Италии Серджио Маттарелла распустил парламент. Теперь в стране начинают готовиться к досрочным выборам. Ранее премьер-министр Марио Драги ушел в отставку, поскольку развалилась его правящая коалиция национального единства. Изначально глава государства отклонил прошение премьера об отставке. Однако спасти коалиционное правительство не удалось, поскольку страна погрузилась в глубокий политический кризис. Дату новых выборов объявят в течение 70 дней. Досрочный роспуск парламента – это всегда непростой выбор, особенно в этот период, когда перед законодательным органом стоит много важных задач. По словам президента, политический кризис разразился на фоне других серьезных проблем – резкого подорожания электроэнергии, инфляции и пандемии COVID. Драги – бывший глава Центробанка ЕС. Он возглавлял широкую коалицию почти полтора года. На время подготовки к выборам он останется исполняющим обязанности премьера. Как показывают опросы, блок консервативных партий, возглавляемый крайне правыми братьями Италии, скорее всего получит явное большинство на предстоящих выборах. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.